Уважаемые телезрители, приветствую вас всех на телеканале Event TV, и я сегодня в гостях, можно было бы так сказать, но нет, сегодня в гостях Event TV Татьяна Зикункова, руководитель свадебного агентства Mad Stories. И мой первый вопрос звучит следующим образом. Татьяна, тенденции в декоре на свадьбах 2018. Расскажи. Ну, я вижу, что у вас уже использована одна из тенденций, это прекрасные пайетки, которые сейчас довольно популярны. Они бывают совершенно разных цветов, во-первых. Прекрасное оформление, да, двусторонняя пайетка, это интересно. Добавляет аристократичности, ну, собственно, вот Event TV, как всегда в тренде, поэтому я вижу здесь пайетки вполне себе достаточное количество. А кто сделал вам оформление? Потому что я вижу, что работа очень качественная. Это наши партнеры, компания по декору Aristocrat Style. Не только пайетки были использованы для декорирования нашего стенда Event TV. Вы также можете видеть эти уникальные в барочном стиле чаши, в которых можно даже наливать, мне кажется, и кровь. Кровь потенциальных заказчиков. Но мы не такие жестокие. И молодых бычков. Кстати, где здесь молодые бычки? Ага! Ну, это следующий наш эфир. Далее. Мне на самом деле очень нравится. Мне также нравится то, что в золотую гамму вставлены очень аккуратно белые и черные цвета. Казалось бы, как может между собой сочетаться, да, несочетаемое. То есть белое, черное и золотое. Но это почти тигр. Это тигр. Здесь и черное, и золото, мне так кажется. А белое – это облака, в которых он лежит. Я понимаю, что выставка подходит к концу, все устали. Вот. Мне хотелось бы добавить, кстати говоря, к теме пайеток, о том, что пайетки это довольно современно. И вот я вижу, что у вас, например, стенд оформлен еще дополнительно элементами аристократического декора, чаши, подсвечники. То есть, ну, выдержанный стиль вполне себе присутствует на стенде. Стулья тоже в тематике, поэтому я считаю, что стенд собран в определенной стилистике, аристократической, барочной, если можно такое слово употребить. В общем, я считаю, что вполне себе выдержано, стенд хорошо оформлен. А если вам делал это аристократ, то они большие молодцы. Аристократ не просто большие молодцы, мы очень давно с ними сотрудничаем, и это та компания, которая всегда предлагает уникальные решения и предоставляет такие дизайны, что... Это компания, которая всегда предоставляет уникальные дизайны и готовит эксклюзивные решения для любого мероприятия. Лично я очень рада, что я знаю руководителя Aristocrat Style и всегда сама неоднократно обращаюсь за ее услугами. А к кому обращаетесь вы, Татьяна? Настя, я, честно говоря, спрошу у вас контакт Аристократа, потому что я с ними ранее не работала, но я думаю, что я воспользуюсь их услугами. Ну, а как тебе сидится на этом прекрасном золотом троне? Это же трон, это не просто стул. Стул – это то, что за, знаете, 820 рублей, а это трон. Я так скажу, мне довольно мягко. Во-первых, во-вторых, я себя чувствую прямо... По-королевски. Королевой, да, я чувствую себя королевой. Я вполне интегрировалась в образ королевы, я чувствую себя комфортно, мне удобно. Я такая вот места много, свободно, широко, комфортно. Дорого-богато. То есть королевский размах – это та особенность, которую рад представить Aristocrat Style. Кстати говоря, раз уж мы сидим в таких мягких креслах, может быть, мы разыграем какую-нибудь такую небольшую сценку, ну, из времен раннего барокко, например. Например, что это может быть? Предлагаю взять покупку от нашего партнера Aristocrat Style. Залить да, сюда кровь молодых бычков. И вот таким вот образом, красивый кадр мы сейчас сделаем. Вот так, да, отлично. Ну нет, это не цыганский поцелуй. Это просто пожелание удачи, крепкого здоровья. И, конечно же, пусть исполняются все ваши желания, дорогие наши телезрители. Ура, чин-чин. За Aristocrat Style.